Для выпускников всей страны наступает самое волнительное время – подготовка к сдаче единого государственного экзамена. Родители волнуются за своих детей не меньше, чем и они сами. Мамы и папы не готовятся к экзамену и зачастую ни разу не видели экзаменационные варианты. Чтобы унять волнение взрослых, в стране проводится всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мы эту акцию проводим ежегодно для родителей, для взрослых, всех желающих пройти единый государственный экзамен пробный, почувствовать, что это такое. Это намного помогает психологически настроиться и родителям, и детям на проведение экзамена. Экзамен для родителей проходит хоть и в сокращенном виде, но по всей строгости. Сдача телефонов на входе, проверка документов и экзаменационные задания в конвертах. При себе можно иметь только черную ручку. Списать тоже не получится. За порядком в классе следят бдительные проверяющие и камеры слежения. Да родители подсмотреть и не торопятся, хотят проверить свои знания. Я сдавала ЕГЭ по русскому языку. Помню, что были две части. Была часть – это именно тест, тестирование. Я вам могу сказать, что если ты не знаешь правила русского языка, то просто так ты это не знаешь. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ» имеет все шансы стать постоянной. Ведь с каждым годом желающих проверить свои знания становится все больше. Виктория Шикова, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.